ни одно должностное лицо, представляющее Республику Армения, не может подписывать какие-либо документы политического или военного характера в нарушение процедур, предусмотренных Конституцией и законами. Любое такое соглашение изначально недействительно. Об этом заявил вице-спикер Национальной собрании Армении Ишхан Сагатилян в ходе встречи с гражданами и сторонниками, включенными в списки Дашнак Цутюн и ее блоков на выборах в ОМС в Армении в ноябре-декабре текущего года. Пусть это знают все. У Никола нет мандата от имени народа, чтобы вести Армению к новым уступкам. Конечным результатом процесса, предполагающего жизненно важные уступки со стороны Армении и армян, станет крах армянской государственности. По его словам, залогом развития Армении как национального суверенного государства является защита и укрепление ее геополитического значения и прав грядущих поколений. Вопросы существования и безопасности Карабаха и Армении взаимосвязаны. Гарантии справедливого решения карабахского вопроса и обеспечение прочного мира является безусловное осуществление права народов на равноправие и самоопределение, исключающее установление какого-либо статуса Карабаха в составе Азербайджана. Необходимо закрепить приверженность Армении обеспечению безопасности народа Карабаха, сказал Сагатилян. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.